Во-вторых, это продиктовано тем, что наше руководство нашей страны уделяет особое внимание медицине, особенно сельской медицине, свидетельством которой является организованы сельско-врачебные пункты более 3000 сельско-врачебных пунктов, где народу, сельскому народу оказывает помощь не фельдшера, а оказывает помощь врачи. И вы сами прекрасно знаете, что создан прекрасный центр экстренной медицины с его филиалами. Созданы множество центров. Центр хирургии, кардиохирургии, центр кардиологии, микрохирургии, глаз, урологии, которые оснащены современной технологией. Уважаемые участники и гости конференции, уважаемые коллеги, уважаемые организаторы. От имени Министерства здравоохранения разрешите поздравить вас с началом работы данного конгресса с международным участием. Особенно хочу поблагодарить ректора Ташкентского института усовершенствования врачей профессора Сабирова Джурама Арбаевича за организацию такого конгресса. Все вы знаете, с первых дней независимости под руководством главы Республики Узбекистан, многоуважаемого Ислама Кудановича Каримова, уделяется огромное внимание вопросам сохранения и улучшения здоровья населения, воспитания физического и духовно развитого подрастающего поколения. Национальная модель охраны здоровья матери и ребенка Узбекистана была признана как одна из эффективных стратегий в достижении цели развития тысячелетия, благодаря которой в стране снижена младенческая и материнская смертность более чем в 3 раза. Мне бы хотелось сначала поблагодарить за приглашение в очередной раз приехать в Узбекистан. Для меня это очень важно, потому что это каждый раз воспоминания о моих родителях, которые познакомились в клинике Ташкентского медицинского института, где они учились у известных узбекских врачей, которые составили всю гордость той нашей большой страны. И всякий раз это очень приятно мне об этом говорить и вспоминать. Так что спасибо вам большое. Thank you.
And in Liverpool, I am the director of the Institute for Medicines in Mental Health. And I have a special interest in what we call evidence-based medicine. And many people think that evidence-based medicine is complicated and difficult. Часто выступаем по проблеме диабета и по осложнениям диабета. Мне кажется, что вот эта вот проблема полинейропатии, она меньше всего освещается, и мало наших диабетологов, которые занимаются конкретно этой проблемой и как-то больные наши адекватную терапию не получают.